Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рублоксер Влад. И это вторая серия Minecraft Story Mod. Мы ее начнем проходить. Но, если вы не смотрели предыдущую серию, обязательно посмотрите. Тогда вы не поймете сюжет этой серии. И так что поведаю вам, что я чуть-чуть подбаливаю. Ладно, начнем. В предыдущих сериях Minecraft Story Mod героем можно стать при неважных обстоятельствах. Скоро друзей может влиться в отчаянную вражду, ссора, то есть. Когда мир в опасности, судьба призывает обычных людей для необычных совершений. И приключений, о которых они даже не мечтали. Наших героев свела судьба. Теперь им нужна помощь легендарного творца хаоса. Но остается один вопрос. Хватит ли этого, чтобы спасти мир? Прямо в Бумбург. Е-гей-гей! Что же ты, Джесси, не хочешь даже немного развлечений? Вообще-то да. Конечно, мир в опасности и все такое. Так. Мы в Нижнем мире, остерегайся монстров, хорошо? Эх, вечно ты сматриваешь, что-то происходит. Если нам не удается вновь собрать ордены, существующая буря сожрет все. А значит, надо добраться до Магнуса как можно быстрее. Знаешь что? Ты прав. Мы разыщем Магнуса, придем его, и что он наверняка придумает, как одолеть бурю. Ок, блин. А, Гаст! Ух! Ой-ой-ой-ой-ой! Прячьтесь! Чего так злорадствует? Вагонетки! Скорее, прибери что-нибудь против этого Гаста. Так, быстро думает Джесси, что же выбрать? Только не промахнись, ладно? И чуть болею. Не жалуйтесь. Ай. На! Тупоголовый Гаст. В путь. Пора идти, дружок, вперед. Ты был бесподобен, Джесси. И схватки с Гастом в погоне за вагонеткой. Прекрасная разминка перед тем, как отправиться в Бумбург. Бумбург? Ну да, Бумбург. Бумбург. Вот так. Мне понравилось, когда ты шел и всех распинал. Может, и сейчас так будет? Окей, это Бумбург. Заходим. О! Город. Ах! Minecraft Story Mod. Tittle Games представляет совместно с Mojang.
Осторожнее, ладно. Один неверный шаг. Автор сюжета Эрик Стриппер. Стефан Макменус. Режиссер Джейсон Уэйтин. Художественный руководитель Мак Хаммер и еще кто-то. Антураж Джефф Пайрот. Анимация Джефф Сетти. Хирография мат какой-то там. Проигрывание Анра Блэнджелэй. Ну, я не могу. Ого, ты глянь, это же полный бедлам. Надо взглянуть на Грифера. Это моя добыча, гад. Ага, сперва догони, уволь. Ох ты, да, надеюсь, они уцелели. Как знать, в крайнем случае они погибли. Занимайся любыми делами. Как тут вообще можно жить? Они что, психи? А искатели приключений Джесси, это здорово. Кратер. Ого, похоже, тут что взорв... Это взрыв выглядит свежо. Судя по запаху, да. Ну и кактус. Ого, кактус у нас таки не растут. Я бы взял его в качестве сувенира, дабы схватит его в штаны. Верное решение, приятель. Это все от разных гриферов? Графическое оформление, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Ну и ну. Ну вот, Джесси, пожалуйста, Бумбург, во всей своей красоте, что скажешь? Аксель, это безумие. Слишком узко мыслишь, Джесси, тут шикарно. Аксель, тебе даже ядовитый картофель покажется шикарным, если к нему взрывчатки подсыпать. О, сюда мелкие до камня. Блин, он светится. Я знаю, что это обозначает. Ладно, в путь. Свет усиливается. Аксель, ты меня напрягаешь. Так. Ай, ого, вуаля, похоже, вон тот штиль, есть это место. Эй, новенькие, так вы говорите, что знаете, где находится Магнус? Это тебе не касается. Оставь нас в покое, ладно, это не твое дело. Хэм! Боюсь, вы еще больше раз... Любопытно, короче. Что это? Ха! Мир встретила каких-то салаг. Короче, надо бежать, думал от них. Джесси!
Это не для тебя. Эй, приятельница, мы все хотим найти Магнуса. Эй, я приятель. А ну, хватаем его. О, Магнус могучий, у меня есть для тебя подношение. Нет! Ха-ха-ха! Салаги Гнусты. Они в одной команде. Эй, они что, в одном направлении бежали? Нет, все вместе. Вот так мы делаем в Бумбурге. Кто из них взял амулет? Я возьму вора, а ты того с удочкой. А знаешь, в какое время года лучше всего посещать в Бурку? Да и подумал, осенью. Бу-ба-ха-ха-ха-ха-ха! Пока, дубина! Кто тут дубина? Есть только один выход. Акси, Джесси, вот ты где! В общем, я загнал этого горе-рыбака в угол. Где амулет? А ну стой! А если я не хочу, ха! Обсидиан! Эх, пока эти кирпичи поломят, кучу времени пройдет. Я нашел выход. Поляна. Так, я уже плохо делаю. Слишком близко. Пока! А, она так бесит. Ладно, амулетик, покажи дорогу. Я правда еще не знаю, что будет делать, если когда попаду. Короче. На! Это мой амулет, женщина! Для меня это важнее, чем для тебя. О-ой. Ай. Нет, мой амулетик. Я же говорил, что надо работать в команде. Чего? Это же я говорила. Ага. Есть, наконец-то он у меня. Быстро, внимательно! Они опасные. Направляемся к Магнусу. Аксель, Магнус где-то в здании над нами. Он должен быть тут. Скорее же, бросай мне амулет. Ты окружен гриферами, и они хотят порвать тебя на кусочки. Оставьте амулет. Аксель, не обижайся, но я больше с ним не расстанусь. Ни за что. Не волнуйся, друг, я справлюсь. Ладно, поторопись, попробую тебя прикрыть. Народ! Эй, народ! Эй, мне не нравится, что говорит этот тип. Он меня бесит. А? Ой-ой! Ради святого! Это такое... Ой-ой-ой, кью-кью-кью-кью-кью. Кью-кью-кью-кью-кью. Давайте. Ха, ух ты, ух. Джесси, ты справишься. А чему ты так удивляешься? Все нормально.
Долго рассказывать, закидывал гриферов яйцами. Звучит захватывающе. Амулет у тебя? Ага, пошли. Думаю, большую их часть ты уже смел преодолеть. Ну, большую часть ловушки себе. Молодец, Рубин. Магнус, мы идем. Ха, может, тогда не сдавил. На собок заперта. Или еще, как обычно, как сидел, постучу. Вот это у меня стрела в ноге. Оу, здание из обсидиана. Отлично сработало. Какие-то веки. Похоже на то. Идем внутрь. Я за тобой. Ой, а кто их открыл? Ай. Надо взять амулет. Здесь вокруг сотни невидимых смертоносных ловушек. Сделайте еще шаг и каюк. Ой-ой. Это Магнус! Это Магнус. Мы попали в его сети. Эх, похоже, сейчас распрощаемся с жизнью. Вы правда думали, что сможете ко мне подкрасться? Ха, вы самые никудашные гриферы. Мы не гриферы. Неужели? Я имею в виду вот того. У него на лице написано, что он грифер. Нет. Это твой ярый поклонник. Ну, не такой уж и ярый. Прекрасно, ты скажите мне, не гриферы, как вы меня нашли? Нам дал задание Габриэль. Габриэль? Ха, хотите сказать, что вы на короткой ноге с Габриэлем? Знаете, сколько людей уже пыталось меня в этом уверить? Все, это кажется очень подозрительно, но... Кто вы на самом деле? Зачем вы здесь? Мир под угрозой уничтожения! Вы меня заинтриговали, продолжай. Там огромный монстр, который пожирает весь мир, и ничто не может его остановить. Поэтому мы хотели созвать орден. Магнус, ты должен пойти с нами, возможно, надежды уже нет. Почему я должен идти с вами? Назовите хоть одну причину. Знаешь что, забудь, мы Эльгерот позовем, ха-ха-ха. Уж она там не отказывается от чести славы. Эй-эй-эй! Не будем пороть горячку. Просто на минуточку. Представьте мое положение. Все, что вы тут мне наговорили, хоть чтобы я поверил вам, да, слово. Хочу. Это правда? Все, что мы сказали, это правда. Ладно, ладно, уломали, я согласен. Вот только выбраться отсюда, пожалуй, будет не столько проблематично. Но ты же Магнус, если ты не можешь уйти, когда тебе велено. Чего? Не знаю, насколько вы тут осмотрелись, но здесь полно-полно гриферов. Но это же здорово, разве нет? Отнюдь! Вы, наверное, слышали об обычае биться с королем за корону. Да так, покуда я король, я не могу покинуть эту башню. Я знаю, каково это.
Но ты же Магнус, тебе никому не победить. В этом-то и проблема. Вот такая жизнь у короля Бумбурга. Эх. Просто выбери нового короля, а потом пойдешь с нами. Слушайте, я побеждал десятки раз. Среди них нет ни одного достойного, это сразу раскусит. Но ты, а тебя здесь уже знают, как о новом человеке с золотым амулетом. Наверное, наделенном необычайной силой. Если ты меня победишь, тогда я смогу уйти. Да, но тогда я тоже тут застряну. Так и твое имя не столь легендарное. Можно легко устроить еще один бой из гриферов куда более низшего уровня. Весь фокус в том, чтобы не стать легендой, но глядя... Ну, короче. Чтобы не в тебя сомневались. Ух, и здорово будет, я же предвкушаю. Но надо устроить все так, чтобы выглядеть он по-настоящему. Кубок смерти еще не выдавал такой драки, какую мы устроим. Что за кубок смерти? Вот это кубок смерти. Мдас. Дамы и господа гриферы, добро пожаловать на кубик смерти. В одном углу вы видите Магнуса, короля Бломсбурга. Он готовится защищать свой титул и корону. Итак, крошка, добро пожаловать на кубок смерти. Тебя ждет величайшая гриферская битва. Как будем ломать комедию? Будем кидаться яйцами. Это самое смертоносное оружие. Ага, слышу я какое-что про яйца. Будем яйцами кидаться. А ты какой? Ты носишь я? Убийца оцелотов. Я Джесси, и там, откуда я родом, меня называли убийца оцелотов. Все слышали это имя? Итак, кубок смерти горячо приветствует убийцу оцелотов. Итак, начнем. Противники возведут себе гриферские башни, при помощи которых будут друг друга биться. Единственное правило, никаких правил нет. Не бить по глазам, а в остальном бить по полной, серьезно. О, убийца оцелотов, выбирай строительный материал, а ты Магнус? Да нет, у меня уже все из того принес. Битва гриферов начинается! Дерево, камень, немного розовой шерсти. Я бы выбрал камень, но Рубин говорит выбрать розовую шерсть. Окей, выберу розовую шерсть. Я строю Рубина! Я Рубина строю! Неплохо, неплохо. Похоже, это сгодится. Я бы выбрал камень. Но раз Рубин, Аксель, что ты там делаешь на его стороне, я так и думаю, что спросишь. Просто Рубину хотелось бы в твоем углу, а я не стал мешаться у него под ногами. Решил наблюдать отсюда. Ну, мой поросенок его уделает, его башню. Покажи, на что ты способен. Че? А вот так яйца кидать не следует. Ха, решил гриферить со мной? Мне нет равных. Ай, цыпленок. Говоришь, убийца оцелотов, и этим ты знаменит, убиваешь безобидных кошечек.
Ага, и они все говорили мне, что ты полный доходяга. Плюнка-плю, ты пока еще ученик. Приготовься, ибо я намерен преподать тебе окончательный урок. Стой, стой, стой. Мы же собирались просто яйцами кидаться. Нет, ты чё? Ты чё? Ну это было просто предупреждение. Чего предупреждение? Что тебе нужно? Похоже, ученик стал мастером, и скоро ты присоединишься к списку оцелотов, которых я прикончу. Не знаю, что это значит, но мне нравится. Хочу, чтобы все было так. Аюч. Не стоит связываться с Боумастером. Ой-ей. Он... Джесси, Джесси, ты как? Ну что, достаточно. Ладно, пожалуй, хватит играть в салаты. Ты меня чуть не убил. Спятил. Ну что я могу сказать? Добро пожаловать в бомбар. Джесси, похоже, у него крыша поехала. Магнус, сделай пушку. А, прикончи его из пушки. Хотите пушку? Будет вам пушка. Точно, совсем крыша поехала. Ошалел от битвы. Джесси, советую тебе создать что-нибудь более мощное. Сможешь, да поскорей. Что ж, в сундуке осталось еще немного материала. О, камень! Вот камень это круто уже. Я хотела изначально из камня построить, но Робин настаивал. Эй, Аксель, зацени, ха, это должно его остановить. Нифига. Ага, ну да, ну да. Может сгодиться. Ой-ой. Ты же должно. А чё? Ха-ха-ха-ха. Я же говорил, она не спасет от такого. Джесси, осторожно! Она даже от динамита не спасает. Нет, нет. Рубин, помогай! Он псих! Сумасшедший! С ума сошел! Ой-ой! Вышел против короля Гриверов и выбрал шест. Ха, вот у Мороза, то это символирует, что твоими учителями были обитатели свинарника. Прочь, свинья! Сюда нельзя! Я раздобыл какое-то барахло как раз для тебя. Стрелы! Это пригодится для твоего лука против пушки. Аксель, можно придумать что-нибудь менее оригинальное? Да, но есть еще тиротила в пушку. Тиротил и стрела? Ну да. А теперь, свинка, посмотри, как он умирает. Поймал, поймал! Ух, как ты сейчас вкусно пахнешь. Эй, Магнус! Чего, коротышка? Шутки про летающих свиней — это банальщина. Пьяный. Ядерная мощь! Да, это по нему ядерный удар. Один блок шерсти. Йоу, один блок шерсти. И вот победитель, убийца оцелотов! Я убийца оцелотов, йоу. Не хочешь ли ты что-нибудь? Привет, Буборг! Как у нас тут дела?
О, это здорово, здорово. Для меня большая честь сидеть сегодня тут перед вами. Ну что, парни, готовы? Ага, это куда более легкая цель, чем Магнус. Нет, стоп, что происходит? Да, это нехорошо. Это мизершторм! Это мизербуры! О, нет! О, нет! Нет! Ой, курсор появился. Останови! Есть! Макс, ну же! Я тебя отомщу! Мдаст. Отомстит он ей. Хорошо, еще немного. О, тут кто-то всерьез подмешался в укреплении стен. Ох! Ого, кто идет? Джесси, это ты? Слушай, ты собираешься нас впускать или как? Тут снаружи довольно паршиво. Рад, что вы вернулись. А мы привезли Магнуса. Супер! Быстрее, душа. Ребята, вы не поверите, кто сюда пришел. Петра? Привет, народ, как дела? Петра, ты пришла? И я рада тебя видеть. И я очень рада видеть тебя, Джесси. Хорошо, что с тобой все в порядке. С твоей помощью мне удалось вырваться из когтей сушающей бури. Если бы ты меня не спас, я перед тобой в неоплатном долгу, Джесси. А Габриэль тоже спасся, ты его видела? Все как в тумане, но и сушающая буря почти ничего не остановила после себя. Все погибли, и люди тоже. Даже Габриэль не устоял. Эх, ух ты, давненько я тут не был. Ого. А что она тут делает? О, Эйгород! У меня такое ощущение, что вы двое друг друга недолюбливаете. Да, я забыл сказать, Оливия тут кое-куда сходила, пока вас не было. И это самое... Я Оливия привела ее, а тебе было об этом известно. Это же Эльгород! Ну раз ты такая ярая, ее поклонница, тогда сова. Джесси, Джесси, смотри, я искала Эльгора. Погодите секундочку, ладно, я пойду выясню, что происходит. Хорошо, давай. Спокойно, Оливия, давай держи себя в руках, хорошо? Итак, кто вы и зачем вы притащили его с собой? Мы объединим Орден Камня заново. Это было помрачительно. Я побывала в Краснокаме. Там столько потрясающих инженеров и изобретений. Я даже немного оробела. Но Эльгород меня привела. Пока что она только моя помощница. Ну а я король Бумбурга! Очень впечатляет. А да, как бы это сказать, немного подкачала.
Ну да, но когда я ей все изложу, она согласилась сделать меня своей помощницей. Неплохо, да? Ну блин, класс, Элли. А я уже собрался насладиться полной свободой. Привет, Бафтус. Твой голос слышать столь же приятно, как и всегда. Иными словами, ага, взаимно. И с этим же остроумием ты пыталась спасти мир. А что, хочешь посоветовать другое проучение? Секунду. Да у меня и в мыслях такого не было. В отличие от тебя. Я предпочитаю делать, а не болтать. Эй, ты вообще-то с Эльгаром говоришь? Имей уважение. Ого, наконец-то ты нашлась. Да прекратите вы все! Лёва упала. Что вы делаете? Давайте займёмся более важным вопросом. У нас тут голодющая и сушающая буря жрёт мир и не подавится. Да признаю, выглядит эта штука крайне гадко. А я, ну короче, для тебя это чересчур, да? Хватит цапаться! Уже бесите! Ого! Ой! Джесси прав. Надо найти способ остановить эту бурю. Не знаю, успели вы тут осмотреться, но это отнюдь не самое лучшее место. Потребуется гора. Как не грустно признавать, но ты прав. Они слишком искровают. Поразительно. Так, может, применим изготовление? Вряд ли у нас есть что-то стоящее. Но даже собери мы весь таратил, намного миль вокруг не хватит. Если бы тут был Сорин, возможно, бы смогли. Ох, Элли, опять-то за свое. Терпеть не могу, когда... Ну, короче. А чем ты? Что такое было у Сорина? У Сорина был своего рода супертил. Самая мощная взрывчатка в мире. Йоу. Гипербомба. Ядерка? Ну да. Я же уже слышал раньше. Г-бомба? Превосходно. Вообще, тут... Есть небольшая загвоздка. Мы не знаем, где находится Сорин. Но нас-то вы нашли. Знаете, где он? Можно узнать по нашей карте, где он. Если только он не в нижнем мире и не в краю. Но попробовать стоит. На карте его нет. А вдруг он сейчас где-то в обычном мире? Так, это твой огонь, это мой огонь. А! Это новость. Вот и он. У Сорина глубоко в горах была крепость. После того, как орден рассыпался, он отправился туда, чтобы продолжать свои эксперименты. Знаете, он приглашал меня туда пару раз. Но это странно. Да, это все казалось странным. Короче, вот я бы согласна. Он нам поможет. Айвор! Ого! Раньше такого не было. Это Айвор, наверное. Айвор направляется к Сорину. Надо поспешить. Это не очень далеко. Мы можем добраться пешком.
Отлично, можно подождать до утра, а как рассветет, двинемся в путь. Чтобы нас настигла эта тварь, мне вообще и в одной встрече хватило. Вот именно, уж, ну, надо... Да я не хочу, чтобы нас настигла сусающая буря, нужно идти сейчас. Джесси мыслит очень здорово, блять, в путь. Ты так говоришь, потому что это твой план. Ну ладно, давай. Окей, в путь. Все. Идем. На поиски Сорен. Ладно, все уходим. Джесси, да? О, привет! Мы даже не успели толком познакомиться. Я слышала, ты спас свою подругу Петру от осушающей бури. Похоже, ты знаешь толк в битве. Просто стараюсь по мере сил помогать всем. Всегда ценила скромных людей вроде тебя. Вообще, мне бы хотелось, чтобы ты занял мою сторону. Раньше, но сделано не воротишь. А теперь о другом. Что творится с твоей подругой Оливией? Я ценю ее энтузиазм, но иногда она слегка перегибает палку. Она всюду лезет. Она просто нервничает. Ну ты же ее кумирша. А вот это ты превосходно подметил. Я об этом. Похоже, ты сильно ее уважаешь. Что ж ты... Короче. Мне нужна огненная сила Бактуса. Да уж, его хлебом не корми. Дай что-нибудь разнести в пух. Что ж, постараюсь... Не выдавать свои оскорбления, я чувств. Шутка. Кто там? А! Монстрики! Ага, это-то меня и беспокоило. И именно из этого надо было дождаться утра. По крайней мере, осушающая буря до нас не дошла. Давайте-ка обсудим то, что тут происходит. Позже. В бой! Своим каменным мечом пронзу всех врагов. Скоро рассвет, все будет в порядке. Скорее бы день! А Сорен далеко, наверное, уже недалеко, да? Уже немного, скоро дойдем. Эти мобы бесят. О, золото! Сорен, правда тут жил в такой уединенности? Очаровательно, но правда. У него что-то болит у нашей Петры. Ай, точнее не наши, а, короче, ладно, в путь. И что-то мне тут не по душе. Эти колонны. Да ладно, нормально, смотрите. Рубин боится. Смотри, только не свались, ладно? Ого, глубоко, очень-очень глубоко.
Ай. Жопа. Вот черт. Странники края. Эндермены. Ах! Услышать твой голос и решил спуститься помочь. Эндермены. Их так много. Я и не думал, что они могут собираться в такие колонии. Спасибо, что ты вернулся, Лукас. Правда? Да это эндермены. Как? А? Как читать этих выше? Вода! Слабость эндерменов. Робин, прыгай! Куда-то приплыли. Так, теперь я плыву самостоятельно. Да тише вы, это просто бессмысленное сооружение. Ну все, хватит, я пошла. Еще раз, это присылает мне позаработиться обо всем. Я найду этот супер ТНТ сама. Ну уж нет, тебе не удастся так просто взять и уйти. Ну все, хватит, я пошел. Смотри, я тоже ухожу. Пойду лучше искать супер Трутил. Трудно сохранять оптимизм, когда постоянно суют палки не в то время. У них проблемы. Надеюсь, они во всем разберутся. Займутся более важным делом. Что нам теперь делать? Давайте подумаем. Поговорю с Петрой. Привет, Петра. Привет. С тобой все в порядке? Поговорю. Если бы с меня лепили статую, я бы за такую позу бы сделал, короче. А, Оливия такая. Еще может поговорить? Какое чумливейшее место и под землей. Странно. А. Поговорю с Лукасом. 40 строитель Магнус Разбойник, Эльгард Инженер, Габриэль Воин. Джесси, это невероятно. Даже не верится, что мы здесь. А, надо следовать или за Эльгород, или за Магнусом. Ну, я за Магнусом хочу. Петра, с тобой все в порядке? Извини, не хочу тебя тревожить. Прости, надо обсудить что-то с глазу на глаз. Давайте разделимся. Пойдем с Петрой и Рубином. Я чуть болею. Так. Мне неловко, что я проводила всех остальных, то я хотела поговорить с тобой. Надеюсь, что-то важно. Джесси, конечно,
Но это не что важное. Ты помог мне улизнуть от осушающей бури. Боюсь, что это произошло так. Что? Нам надо найти помощь. Не знаю, можешь ли тут помочь мне, но знаешь, что такое иссушение? Иссушение? Ты имел в виду иссушители? Нет, Джесси, иссушение. Это иссушающая хворь. И я чувствую, что мне делается все хуже и хуже. Так, надо вернуться и рассказать остальным. Не надо никому про это рассказывать. Крипер! Джесси! Ой, какая Джесси? Петра! Хелп! Ахуф! Нет, 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 нет! Мол, у вас... Джесси, я просто не могла, прости. Иди за подмогой. Ясно, я поняла. Не волнуйся, я найду способ к тебе спуститься. Возьму амулет. Вот крипер поганый. Надеюсь, я выбрал правильный путь. Но крипер, конечно, поганый. Светится этот синий камень. Что, Айвор тут? Лабиринт? А, нет. Это не лабиринт, это сал какой-то. Что за зал, я не в курсах. Так. И что тут делать? Какой-то путь. Там кто-то был. Покажись. Кто ты? Это Айвор. Ты? Снова пытаешься помешать моим планам, как я. Твое упорство похвалительно и беспыхленно. Я нашел остальных членов Ордена. Я здесь вместе с Орденом, чтобы отыскать супер-чертил с Ордена.
Орден, поверь мне, этот план с треском провалится. Они не смогут тебе помочь. А я, ведь я не стану участвовать. Извини, Айвор, я... Нет, никуда ты не уйдешь. Петра, ты согласилась? Йоу, ха-ха. Это должен решать Орден. Это будет слишком справедливо. На, старик, бомж Валера. Только я не могу остановить осушающую бурю. Ни вы, ни Орден. Не хотите, чтобы я... Так. Слабак. Ой, кажись, я слабак, идиот. Да, Петра, атакуй. Никуда ты не пойдешь, чучело. Я ведь всего этого может избежать. Чтобы остановить сперва, меня надо поймать. Джесси! Айвор, тебе не удастся просто так отсюда уйти. Я словно ветер. Флэш! Он... А! Что? Прочь с дороги! Чё? Если понадобится... Мечом по нему рубить! Не искушай судьбу. С ним бороться трудно. Ты лох, Айвор. Джесси, не стоило на этого наводить. Вернусь обманно теперь. Йоу. Осторожно. Слизняк скрывается. Сколько влезет? А! Он зельками своими кидается, как ведьма. Айвор, тебе перепрыг к стене. Мы тебе не дадим улизнуть. Это находится на вас. Вы все дураки. А! Уже времени нет. Нет времени. Джесси, Петра. Что опять? Будет ли этому вечному параду бесполезных мечей? А что? Мы нашли Айвора. И мы его остановим. Ваш. Мы не остановим. Ничего. Вопрос. Ты когда-нибудь видел, как действуют взрывающиеся зелья невидимости? Ой, о чем? А, то есть медлительности. О чем? Ах ты, гад! А ну, назад. Магнус и Эльгард думают, что они могут остановить меня. Тератил ничто не сможет. Они ошибаются, это будет стоить им жизни! Следующей серии Minecraft Story Mod. Стремясь отыскать ответы в арсенале Сорна, наши герои нашли лишь обман и предательство. Герои оказались заперты в темном зале в недрах горы Сорна, в то время как Орден Камня катится к почти неизбежному концу. Стоит спросить себя, смеют ли они выбраться из этого темного склепа? Есть ли способ излечить Петру от осушающей болезни? Найдут ли они, как усмирить осушающую бурю? Или так и останутся в заточении, пока буря продолжает жадно раздергивать части Майнкрафта? Только время покажет. Ну, дорогие друзья,
это конец. И ну, мы прошли вторую серию. Она была куда меньше, чем предыдущая. Но обязательно ее посмотрите, если вы ее не видели. Так что всем удачи и пока. Титры сейчас просто будут. Ну и пока.